Жителям Тверской области могут компенсировать часть затрат по установке приборов учета коммунальных ресурсов. Об условиях предоставления выплаты в нашем следующем материале. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области напоминает жителям региона, что граждане имеют право на получение единовременной компенсации из бюджета Тверской области. Собственники жилых помещений могут получить денежную компенсацию части расходов по установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов. Компенсацию получат граждане, установившие счетчики в этом году. Ее размер составит 50% от стоимости прибора учета коммунального ресурса – холодная вода, горячая вода, природного газа. Мы узнали у жителей Твери, установлены ли приборы учета в их доме или квартире. У нас установлены счетчики на газ и воду. Установлены очень давно. Они значительно экономят, в общем-то, мой бюджет. И я этим очень довольна. На воду. Дома и на газ. Потому что, оказывается, это довольно выгодно. Моя внучка установила это самое. Она где-то очень солидно выкатывает. У нас дома 2 года тому назад установили счетчик. И мы почувствовали большую разницу. Чем до того, как вот счетчика не было. Очень большая разница. Как гласит народная мудрость, если вы хотите обеспечить свое благополучие, надо научиться не только зарабатывать, но и экономить. Основное условие предоставления данной компенсации – среднедушевой доход семьи одиноко проживающего гражданина не должен превышать прожиточного минимума, установленного правительством Тверской области. Подробная информация на официальном сайте министерства minenergo.tverskayoblast.rf, а также в территориальных отделах социальной защиты населения Тверской области по месту жительства.